каждой капле спасенная жизнь. А в рамках акции «Автомотодонор» только в Приморской станции переливания крови удалось заготовить почти 100 литров крови. Она проходит обычно в начале и в конце мотосезона. В преддверии того сезона, когда будет большое количество дорожно-транспортных происшествий с мотоциклистами, а как мы все знаем, у них достаточно тяжелые последствия. Почему еще сегодня решили провести мероприятие? Потому что впереди майские праздники, и учебное учреждение будет очень сильно нуждаться вот в этой донорской крови, плазме. Как объяснили специалисты, донорская кровь нужна всегда, ведь ее компоненты имеют разный срок хранения. Если эритроциты живут 50 суток, то тромбоциты – максимум 5. А они бывают жизненно необходимы даже самым маленьким детям. Когда проводятся, да, подобные акции, и не только сотрудники ГИБДД присоединяются к донорскому движению, пешеходы, но и курсанты МВД, сотрудники силовых структур, вот, очень много студентов, очень много молодежи участвуют в донорских акциях. По количеству, когда проводятся такие мероприятия, количество доноров, конечно, значительно увеличивается. В рамках акции «Сдать кровь» решили более 200 человек. Процедура безболезненная и занимает совсем немного времени. После экспресс-анализа капиллярной крови, измерения давления и заполнения анкеты донора начинается забор крови. Стандартный объем 450 миллилитров. Сегодня стала первый раз участником донорской акции «Автомото-донор». Ощущения хорошие, самочувствие тоже отличное, очень приветливый, вежливый персонал. Ну, планирую в дальнейшем, конечно, принимать участие в этих акциях, то есть это... Людям надо помогать. Идея акции не случайна, ведь дорога является местом повышенной опасности. И часто жизни пострадавших в автокатастрофах напрямую зависят от наличия донорской крови. Ежедневно на территории Приморского края происходит около 10 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. В первом квартале этого года в авто- и мотоавариях пострадали более 800 человек. Катерина Матвеева, новости на Восьмом.